Всех приветствую. Сегодня короткий обзор, потому что все более-менее по плану идет, особо нечего добавлять. Просто скажу, что по битку все нормально, сходили мы вниз. Тут был такой треугольник на выходных, поэтому я сказал, что ниже пойдет, по 47 надо брать. Ну, как раз примерно 47 сходили, и как бы идем все по плану на 57. Что-то уже спрашивают, почему на 57? Да потому что обычно вот в эту зону возвращается все дело, и самые жирные шортилы здесь сидят. То есть у нас минимальная цель на самом деле в середину этого треугольника, это примерно 55. Но 57 как бы в идеале сходить или даже чуть выше. Поэтому сейчас будем смотреть, что происходит. Но по крипте на самом деле вверх шортить точно не советую. Тут ну как бы такая фигура, что все прется на хаи. А эфир уже там где-то там наверху. Пока еще тут точно не уверен, что он вверх пойдет. А по Ripple реально вот такой вариант на 2 бакса. Не знаю, как это объяснить, но он туда может сходить. Хотя есть запасной, все-таки дополню, что здесь у нас тоже, соответственно, биткоину есть и такое. И, честно говоря, тут еще какая проблема? А то, что тут тройки идут. И вверх пока что до какого-то зигзагообразное движение. Ну, фиг его знает, но, короче говоря, ну, тоже куда-нибудь на 1.50, может, и сходят, это минималочка. В идеале еще и выше, но что-то есть сомнения по поводу Ripple, что он сразу вверх пойдет, он еще может пониже сходить. Может быть, и с битком, поэтому какая-то оплошность. Но в целом, вот как бы и BNB в треугольнике, то есть, ну, короче, вся крипта вверх смотрит. Это означает, что скорее всего, крипту сейчас отвяжут от остальных рынков, потому что везде жду все вниз. Почему? Потому что S&P, видите, какой-то флет рисует. У нас здесь вот этот вариант вниз сходить отменился. Ну, короче, все равно жду вниз, короче говоря, что-нибудь такое. Там посмотрим. А почему так думаю? Потому что евро. Евро вниз смотрит. Видите, евро пошло по запасному варианту, и сейчас ему нужно на 1.19 лететь. Если включить рубль, то там то же самое. Вниз как бы вообще не выглядит, уже это самое дно забили, и оно прям на 80. И как-то тут вообще я не вижу варианта, как это вниз должно пойти, потому что вот эта коррекционная модель, никак это не разметить прям на обвал. И тем более, что Канада пробил, дорисовал вот этот импульс, ну, может дорисовывать, может конечная регаль какая-то или что-то типа того. Канада тоже 26.50 пойдет, поэтому тут не советую ничего лонговать. Сейчас самое надежное в долларах сидеть, шортить все валюты и никуда больше не дергаться. Золото уже вниз что-то полетело, но пока еще похоже на коррекцию, тут еще точно не скажу ничего. Ну, короче, пока металлы не трогаю, потому что всякое может быть, бакс вверх, все вниз, ну, как-то не очень мне хочется покупать что-либо. Но вот крипта реально смотрит вверх. Может быть, коррекцию какую-то даст. Может, ее как-то отвяжут, но посмотрим. В общем, больше тут особо нечего добавлять. Короче, шорчу валюты и не парюсь. Еще и нефть, вот, когда уже вниз идет. Все вроде по плану и как-то ну, вверх вообще никак не выглядит. Так что вот так.